Вопреки всем многочисленным шуточкам, меня никогда не напрягал тот самый главный женский день в году. В детстве я клепал маме открытки, сначала из бумаги, а потом выжигая на деревяшке. Позже я заморачивался с монтажом ролика из фотографий в перемешку с видео, гордо именуя это видео поздравлением. Нищебродская юность, она такая. А самодельные подарки – отличный вариант сэкономить, но при этом порадовать барышню. Но в тот день, 8 марта 2010 года, все было по-другому. Стать менеджером в сетевой конторе не бог весть какое достижение, однако именно оно позволило мне развернуться. Все было спланировано. Я забронировал номер в отеле, заказал в него фрукты и цветы, а на оставшиеся деньги я приобрел красивый комплект бижутерии. Да, Соня никогда не гналась за золотом. Ей были милее медные и латунные побрякушки, больше напоминающие цыганские цацки, чем украшения современной девушки. Мне не были милы такие вещицы, но мне была мила сама Соня. Софья Александровна, Сонечка, Софа, Мышка. Серые глаза и русые волосы с рыжим отливом, заметным только на солнце. В ней было что-то мальчишеское. Не мужское, а именно мальчишеское такой сорванец с горящими глазами, который вот уже несколько лет подбивал меня на самые разные приключения. Но сегодня я хотел, чтобы все было по-другому. Более красиво, плавно и женственно. Чтобы Сонина угловатость опять растаяла. Как она таяла во время походов на романтичные фильмы. Или утром, когда Сонька Сорванец превращалась в темную Софу. Долго просыпающуюся, потягивающуюся и никак не желающую выбираться из кровати. Все было спланировано. Ждал номер в отеле. Я ждал на улице, чтобы встретить ее и проводить в номер, завязав глаза. Ждало шампанское в холодильнике. Не стал ждать только лихач, выскочивший из-за угла и на полной скорости сбивший Софью Александровну, собирающуюся переходить дорогу и уже приветливо мне улыбающуюся. Тело подкинуло, как тряпичную куклу, Звук, с которым оно упало на асфальт, наверное, долго мучил бы меня в кошмарах. Но кошмары мне больше не снились. Они просто пришли в мою жизнь. Он подошел ко мне, когда тело грузили в скорую. Высокий, худощавый мужчина нагнулся надо мной и прошептал в самое ухо. «Откатим?» Я аж подпрыгнул от неожиданности и почти прихрипел в ответ. «Простите, что?» Ну, молодой человек, вам же, наверное, не нравится эта ситуация. Может быть, откатим? Не помню, что именно я ему ответил, но это явно было сказано матом и очень грубо. А как же еще можно ответить на такие дурацкие шутки? Потом была поездка в больницу, но никаких ожиданий у дверей, никаких разговоров с врачом, ничего. Смерть констатировали еще в пути. Реанимировать было уже бесполезно. Там нечего было реанимировать. Оставалось только сесть в приемной и в невозможности даже плакать просто тупо смотреть в стену, пытаясь осознать новую для меня реальность. Вы, наверное, когда-нибудь слышали о том, что перед смертью пробегает перед глазами вся жизнь. Не знаю, как перед своей, а вот после чужой смерти действительно пробегает. Я вспомнил все моменты, проведенные вместе с Соней, Софьей Александровной, Сонечкой, Софой, мышкой. Все наши ссоры начинали казаться пустяками, все сомнения незначительными. И дался, дался, дался мне этот чертов праздник в отеле. И я пытался остановить каждое воспоминание и посильнее окунуться в него. Надавить на плотный комок, засевший в горле, чтобы уже себя отпустить, разрыдаться, чтобы хоть как-то стало легче. Но вместо этого я продолжал смотреть в стену с абсолютно сухими глазами. Из ступора меня вывел только голос Сониной мамы. Я услышал его, еще не разбирая полностью слов. Я его узнал и в то же время не узнал. Эта спокойная всегда женщина сейчас кричала почти на фальцете, задыхалась от рыданий и крутила головой из стороны в сторону, несмотря на то, что уже шла рядом с каким-то медработником. И вот тут меня просто сорвало с места. Я понял, что немедленно должен помочь, что должен быть рядом с этой женщиной, потому что а кто еще? И кто у нее еще остался? И когда я увидел обращенные на меня глаза, в которых плескалась самая настоящая ярость и услышал внезапно тихое шипение «Уйди, дрянь!», а вот тогда я понял, что действительно все, и что виноват в этом только я, мол, не уберег, не защитил. Когда я дрожащими пальцами прикуривал сигарету возле больницы, Ко мне снова подошел тот самый высокий худощавый мужчина, которого я узнал только по одному слову – откатим. Первой моей мыслью стало признаться, что этот кто-то со скорой, поэтому он и был на месте аварии, поэтому он сейчас здесь. Второй мыслью, что я буду его сейчас убивать. А третью я додумать не успел, потому что к тому моменту он уже успел озвучить первые две и добавить молодой человек, я не прошу отвечать прямо сейчас. Просто если вы решите откатить, я буду рядом. Подумайте над этим». Я все-таки попытался его ударить, но внезапно набежавшие наконец слезы начали застилать мне глаза, и кулак ушел в пустоту. А когда рыдания перестали меня душить, рядом уже никого не было. Потянулся ряд дней, похожих друг на друга, как близнецы. Встать, умыться, одеться, работа, компьютерная игра, лечь, встать, умыться, до автоматизма каждое действие. И обязательно алкоголь перед сном, чтобы суметь заснуть. Она бы, конечно, не одобрила, но кому теперь какая разница? На похоронах я не был. Сонина мать не хотела меня видеть и сказала не подходить даже близко к их дому. Я даже не знал, где Сонина могила, мне некуда было прийти. Поэтому я продолжал жить по одному и тому же алгоритму. В надежде, да и без надежды, в общем-то. Без какой бы то ни было надежды. Я не помню, в какой именно момент он пришел ко мне в следующий раз. Но я был действительно уже готов. Настолько, что не просто не пытался бросаться на него, но даже и не задавался вопросом, откуда посторонний человек взялся в моей квартире. Меня просто накрыло в очередной раз так, что я лежал ничком на кровати и тихо выл, не в состоянии сделать больше ничего. Откатим? Потом он сел рядом со мной на кровать и положил мне руку на плечо, словно самый родной человек. Меня перестало скручивать, и я смог не только услышать, но и понять то, что он говорил своим спокойным тихим голосом. «Послушайте, молодой человек, вы совершенно напрасно убиваетесь. Все можно откатить назад, в ту секунду, когда умерла Софья, в ту же самую секунду в роддоме номер 6 родился ребенок, девочка. Все, что нужно, это просто сделать небольшую правку. Если девочка родится мертвой, Сонина жизнь останется при ней и ничего этого не будет. Машина пронесется мимо, а у вас будет чудесный вечер. Надо просто согласиться на откат. Девочка родилась Дауном, Ну согласитесь, это ведь не жизнь, это мучение для нее и ее родителей. А так ее родители погорюют немножко, да и заведут нового, здорового малыша. И вы с Софьей со временем заведете. Откатим? Он говорил это все почти скороговоркой, по кругу, как будто читал не то заклинание, не то мантру. Я не помню, на какой точный круг я смог прервать его, выдохнув «да, да, давайте», а потом все погрузилось в темноту. Я проснулся от трелей надрывающегося телефона и долго-долго смотрел на смеющуюся Соню на экране. Звонила действительно она. Звонила, чтобы сообщить, что уже подъехала по указанному адресу, но ни меня, ни сюрприза не видит. А между тем она уже немного замерзла и ее чуть было не сбила машина. Чуть было не сбила. Я прилетел на такси так быстро, как только смог. Я обнял ее так, что она даже пискнула, мол, ей больно. Я всю ночь боялся отойти от нее хоть на шаг. Боялся, что этот прекрасный сон растает, и я вернусь в суровую реальность. Но сон не растаял, ни тогда, ни позже. За 8 марта наступило 9, а потом и 10. За мартом пошел апрель, и вскоре все, что произошло, казалось мне уже каким-то бредовым сном слишком натуральным кошмаром, которое нарисовало мне мое сознание. Летом мы поженились. Довольно скромно, но радостно. А осенью Соню начали мучить страшные кошмары. Она ничего не могла вспомнить на утро, как бы я ни расспрашивал. Но ночью она кричала так, что кровь стыла в жилах. Вся в поту, Сонечка металась по кровати, пытаясь закрыться руками от чего-то неизвестного, и кричала то ли от невозможного ужаса, то ли от невозможной боли. Происходило это не чаще пары раз в месяц. Но мне хватало и этого, чтобы еще пару дней после судорожно глотать успокоительное. Мы сходили к специалисту, где услышали только то, что все в порядке. Меньше нервничайте и попейте натуральные травяные успокоительные перед сном. Попили, но лучше не стало. Я опять ловил по ночам Соню, Гладил по голове, пытаясь разбудить, успокоить, спасти от чего-то неведомого. На утро она смеялась, ну мол, чего ты переживаешь-то? Я правда ничего не помню, все в порядке. После бессонной ночи ее улыбка начинала раздражать. Словно я говорил с другим человеком, а тот первый, слабый и несчастный, так и остался где-то в темнице сна. Зимой Соня начала лунатить, а она бродила по пустой квартире, как призрак периодически зависая на одном месте, пока я за руку не отправлял ее обратно в кровать. Во время ночных похождений она шептала себе что-то под нос. Выглядело это довольно зловеще. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что я ощутил, когда однажды смог разобрать ее бормотание. «Они едят меня, Лешенька, едят. Они вгрызаются в меня и роют во мне свои норы». Они копошатся во мне, Лешенька, они знают, что можно, что можно. После этого я настоял на серьезном снотворном, пригрозив, что следующим шагом будет психиатр. И снотворное действительно помогло. Соня спала теперь как убитая, и я впервые за полгода перестал бояться наступления темноты. Где-то внутри я понимал, что мы заглушили проблему, просто отложили ее в долгий ящик, вместо того, чтобы выяснить причину. Ну а что вы мне еще прикажете делать? Соня вообще ничего не помнила из ночных похождений и не воспринимала все это как нечто серьезное. Днем у нее не было никаких проблем, тревог и чего-либо такого, что могло бы оправдать поход к психиатру. Остановились на том, что пока что поживем со снотворным, а потом попробуем отказаться от него и поглядим, что будет. Там и подумаем. Потом наступило 8 марта, Наши отношения несколько охладели к тому моменту. Но я понимал, что виной всему моя вымотанность и беспокойство за Соню. Однако, заставить себя придумать что-то особенное в этот раз я все-таки не смог. Меня хватило на букет цветов и романтического ужина дома за бутылочкой вина. Под вино и хороший фильм мы оба разомлели, все тревоги отступили на второй план, и я снова почувствовал себя как год назад, по уши влюбленным в эту девчонку, переполненным нежностью до самой макушки. Я подхватил Соню на руки, закружил по комнате и отправился в спальню с намерением завершить вечер в постели. Еще перешагивая порог, я почувствовал какую-то странную влажность под правой рукой, на которую уютно разместились Сонины бедра. Вино, что ли, пролила?» Мелькнула где-то на задворках сознания, прежде чем я включил свет и, не останавливая движение, положила любимую на кровать. Мои руки отошли от ее тела с отвратительным хлюпаньем. От спины и бедер на руках остались ошметки полузгнившей кожи, отдающие тошнотворно-сладким запахом. Ничего уже не соображая, с пеленой перед глазами, словно во сне, я посмотрел на Софу. На кровати лежал полуразвалившийся труп в темном вечернем платье. Но страшнее всего было в том, что труп смотрел на меня своими пустыми глазницами и вопрошал глухим булькающим голосом. «Лешенька, ты чего там застыл? Ты идешь ко мне?» Наверное, я закричал, Потом я, видимо, пытался отмахнуться от этого видения, одновременно пятившись к двери, потому что в результате я смахнул с тумбочки Сонину косметику, завалил торшер, тут же разлетевшийся на осколки, и собрал гармошкой ковер, яростно работая ногами и пытаясь отползти от этого всего. В себя я пришел только после того, как на меня вылили вазу с водой. Передо мной стояла живая и здоровая Соня и смотрела со смесью недоумения и злости. По ее словам, я внезапно начал визжать как девчонка и крушить все вокруг, без каких-либо объяснений. И вот тут я почувствовал, что психиатр может понадобиться уже мне самому. Сказать, что вечер был испорчен, это не сказать ничего. Оба мы легли спать в самом придермовом настроении. Сонька дулась, а я все никак не мог успокоиться от своих ярких галлюцинаций. Что вы думаете было на утро? Торшер оказался цел, ваза с цветами по-прежнему стояла на кухне, а Соня даже не помнила, чтобы вечером было что-то подобное. «Да тебе просто приснился кошмар, дурачок!» Она чмокнула меня в щеку и упорхнула собираться на работу. «Приснился? А что же тогда было вечером? Совершенно не помню». Или помню. Постепенно, через кошмар, приходили воспоминания. Вот мы закончили ужин, пришли в спальню, занялись сексом. Вот Соня засыпала у меня на плече. Значит, все это действительно просто кошмар, вызванный усталостью и тревогами. Да, пожалуй, что так. Не особо сомневаясь, на следующую ночь я одолжил у Сони снотворное. Ну их к черту, такие сновидения. Началась весна. Мы оба привычно принимали снотворное перед сном, и на время все тревоги были забыты. Соня получила повышение на работе, у меня тоже все было довольно гладко. В общем, жизнь затянула, не успели и оглянуться. Постепенно моя паранойя отступала, и я перестал бояться проснуться от суненного крика ночью, перестал ожидать собственных реальных кошмаров. Отмена таблеток на нас совершенно не повлияла. жизнь шла своим чередом. Летом мы твердо решили, что не хотим откладывать в долгий ящик заведение ребенка, и начали предпринимать активные попытки зачатия. Попытки продлились до конца осени, когда Соня начала уже откровенно переживать. Гинекологи в один голос говорили, что нет никаких проблем, мои анализы тоже были отменными, и тем не менее ребенок у нас никак не выходил. В конце концов я сдался, и мы с Софьей поехали к какой-то бабке знахарки в деревню, чтобы спросить совета и, может быть, получить лечение посредством, что называется, нетрадиционной медицины. Бабка напоила нас чаем, поспрашивала о всяком, а потом вдруг попросила Соню выйти, чтобы пошептаться со мной. Как только за Соней закрылась тяжелая деревянная дверь, бабка наклонилась близко к моему лицу и прошептала а ты знаешь, что девка-то твоя мертвая? У меня мгновенно пересохло во рту, а сердце застучало где-то в горле. Бабка тем временем продолжала. Тело-то ей оставили, а внутри гниет все уже давно. Смерть, жизнь не родить никогда. Ей по земле-то ходить не положено. Упокоить бы ее душу надо, сынок. Бедную не надо мучить. Выходил я от бабки на деревянных ногах. Я взял Соню за руку и, объявив старуху шарлатанкой, повел жену к станции. В ушах стояли слова старухи в перемешку с ночным Сониным бормотанием. «Они едят меня, Лешенька, едят!» «Неужели авария все-таки была? Неужели я совершил непоправимое?» Все четче вспоминалось то, что я давно счел сном. «Мой договор», с кем? С дьяволом? Мое согласие обменять жизнь больного ребенка на Сонину жизнь. Откатим? Мозг человека – забавная штука. Целый вечер я был готов поверить во что угодно, а уже на следующий день корил себя за эти мысли. Вот Сонечка рядом со мной, здоровая и живая. Не было никакой аварии и никаких откатов. Я лично смотрел все ее анализы после многочисленных врачей, и все-таки при мыслях о Международном женском дне у меня по спине пробегал холодок, и я ничего не мог с этим поделать. 8 марта я подарил Соне подарочный набор ее любимой серии книг, заказал ужин на дом и, сославшись на плохое самочувствие, пораньше уполз спать. Проснулся я от того самого запаха, который, как я считал, мне однажды уже снился. Тошнотворно-сладковатый, приторный запах разлагающейся плоти. Я боялся открывать глаза, боялся опять впустить этот кошмар в свою жизнь. «Лешенька!» Я услышал глухой и булькающий голос. «Обними меня, Лешенька, мне холодно!» «Это сон, нет, это сон, это сон!» «Лешенька, мне очень холодно, обними!» Что-то влажное, мерзкое и склизкое легло мне на плечо. Я тогда заорал, Заорал так, что подумал, сам от своего же крика. Я выскочил из квартиры, в чем был, прямо в трусах. Я долго стоял на морозном мартовском воздухе, пытаясь отдышаться. До тех пор, пока на третьем этаже не распахнулось окно, и я не увидел голову Сони. Нормальной и живой Сони. «Если ты сейчас же не вернешься в постель, я вызову скорую», я поднялся и, толком не разговаривая с женой, молча выпил на одну таблетку больше обычного и погрузился в темноту. Стоит ли говорить, что было дальше? Соня не помнила ничего о моей выходке на утро. Она вновь была бодра, весела и мила со мной. Соня или тот, кто скрывался под ее личиной. Моя рациональность летела к чертям. Я начал внимательно наблюдать за женой за каждым ее действием, словом и движением. И во всем я начал видеть фальш. Она была слишком бодрой и веселой для женщины, у которой не получается зачать ребенка. Ее слишком сильно не волновали свои кошмары, несмотря на мои рассказы о душераздирающих криках. Она послушно пила таблетки и все. Слишком послушно. Я не знал, что мне делать и куда идти. Доктор, вы знаете, моя жена на самом деле труп. И что тут можно сделать? Милиция, милиция, моя жена, она мертва внутри. Посоветуйте, куда обратиться? А куда идет человек, когда происходит что-то из ряда вон? У меня не осталось вариантов, кроме как пойти в церковь. Все-таки когда-то я был крещенным. Правда, на настоящий момент я не помнил ни одной молитвы. Но все-таки я купил свечей, поставил за здравие своих родителей, за здравие пары добрых знакомых, тещи и, конечно же, Соня. Послонялся по полной прихожанами церкви и, не придумав, как и с чем подойти к батюшке, отправился все-таки во своясе. Уже на выходе меня за рукав поймала смуглая, сморщенная старуха. Ты неправильно свечу мелок поставил, за упокой ей надо, за упокой. Меня развернуло так, будто мне кто-то озвучил прописную истину, до которой я не смог самостоятельно дойти. Я почти забежал обратно. Кое-как дождался своей очереди и купил одну свечу, с которой подошел к месту, где ставят за упокой. Вечером Соне стало плохо. У нее разболелась голова и появилась болезненная бледность. Моя жена легла в кровать и попросила ее не будить до утра. А ночью Соня опять начала кричать, имитация по постели. Я хватал ее за руки, обнимал за плечи, прижимал к себе. Леша, Лёша, Лёшенька! кричала моя любимая и в ужасе морщила свое личико. Леша, я не могу выйти, я не могу выйти, я заперта. Они едят меня, Лёшенька, едят! Утром я полетел обратно в церковь. Я купил сразу десяток свечей, не зная даже, есть ли смысл брать больше одной. Но мне было все равно. Словно в горячке, как безумец с трясущимися пальцами, я расплачивался за свечи, ставил их и поджигал. За упокой души. Софья Александровна, Сонечка, Софа, Мышка, потерпи, родная. Я дурак, я невыносимый кретин, но я все исправлю. Соня не вставала с постели, жалуясь на разыграющуюся мигрень. «Это все твои таблетки, Леша», — говорила она, морщась от боли. «Надо было не валять дурака со всеми этими снотворными, а лучше съездить куда-нибудь отдохнуть или сменить обстановку. Тоже мне врач, светила медицины». Я сидел, кивал и гладил ее по голове, но сам ждал только одного – ночи. Я знал, что сегодня опять встречусь с настоящей Соней и очень хотел увидеть подтверждение того, что смог хоть чем-то ей помочь. Кошмар вернулся, но вместе с кошмаром и вернулась моя, действительно моя жена. Теперь я прекрасно видел все. Даже в агонии и в ужасе было видно, что это настоящая Соня. Та, прежняя, со своей угловатой пластикой и несколько детским лицом. Ничем не похожая на ту женщину, которая теперь была со мной рядом днем. «Помоги мне, Лешенька!» Соня опять металась по кровати. «Не могу, не могу я выйти отсюда! Я сгнию здесь, Леша!» «Я закрыта, заперта! Они едят меня изнутри, Лешенька!» На следующий день я поехал к знахарке. Я провел у нее весь день и вернулся только к ночи, сказав тому, что было вместо Сони, что задержался на работе. А дальше вся моя жизнь превратилась в ожидание. Я не ставил больше свечей в церкви, зная теперь наверняка, что они помогают только на время истончить стену между оболочкой и моей любимой, запертой внутри нее. Я улыбался днем, я находил в себе силы говорить с женой, брать ее за руку и делать вид, что ничего не происходит. Но лишь одного я не мог заставить себя делать – заниматься с ней сексом. Каждый раз я думал о разлагающейся плоти и тошнотворном запахе. А еще о том, что это будет фактически измена моей настоящей, на самом деле погибшей жене, которая не может упокоиться из-за моей глупости. Я отмазывался усталостью на работе, плохим сном, болезнью и ждал, ждал и ждал. Единственной моей отрадой было обнимать Соню во время ее ночных кошмаров, когда она становилась собой, когда она шептала мне страшные вещи, а я гладил ее по голове и повторял одно и то же. Подожди, любимая, подожди, подожди немного. Душа моей любимой в ту страшную ночь должна была перейти в тело родившейся девочки. Он, кто бы он ни был, он откатил все. Он забрал жизнь девочки себе, а Сонина душа осталась гнить внутри тела, в невозможности не покинуть этот мир, не зародиться новой жизнью. Теперь я знал, теперь я понимал это как нельзя лучше. Но я знал, как откатить все обратно. Теперь знал, и мне не нужен был никто теперь для того, чтобы все исправить. Каждый день рождаются миллионы людей. Каждый день кто-то из детей рождается мертвым. Но я могу, хотя бы однажды, но могу это изменить. Я отпущу свою любимую. И где-то случится чудо. И младенец, который должен был умереть, откроет глаза. И я смогу. Откатим. Приближался март. Я заказал номер в отеле заказал фрукты, шампанское и, подумав, купил пусть не тот, но очень похожий набор бижутерии. Почему-то мне хотелось повторить все один в один, хотя это было и вовсе не обязательно. Я еле дождался момента, когда подхвачу это на руки и понесу к кровати, чувствуя, как меняется кожа под моими руками. Я был готов настолько, что даже не вздрогнул, когда увидел вновь полуразложившийся труп. Я просто достал из-под подушки нож и прошептал ⁇ Я люблю тебя, Соня ⁇ а потом начал бить. Мне инкриминировали более 30 ножевых ранений. Я бил до тех пор, пока тело Соня опять не превратилось в обычное человеческое. Только тогда, уже под яростный стук в дверь нашего номера, я остановился и понял, что удалось, что моя Соня отныне свободна. Я плакал и обнимал тело жены, умершей два года назад и только теперь получившей возможность зародиться где-то новой жизнью. Я плакал и держал ее в своих объятиях, когда меня оттаскивали от нее и крутили руки за спиной. Плакал и улыбался. Если бы не моя мать, меня могли бы сгноить в психушке. Если бы не красивое слово «шизофрения», я сгнил бы в тюрьме. Как видите, у меня самого было много возможностей сгнить, но я жив. Мне дали инвалидность. До конца жизни мне придется пить таблетки. Но я знаю, что я был прав. Мне говорят, что не было никакой старухи и что в деревню мы не ездили к Сониной бабушке. Мне говорят, что никто и никогда не слышал, чтобы Соня кричала во сне. Даже когда мы ночевали на Рождество у ее матери и та спала через стенку. Мне говорят, что Соня лечилась от бесплодия, которое ей поставили еще на первых осмотрах, что я не хотел принимать этого и просто заменил информацию той, что мне было приятнее. Мне говорят много разного. Я киваю и соглашаюсь пить таблетки дальше, чтобы демоны не вернулись. Но я-то сам знаю, что нет никакой шизофрении и никаких демонов сознания. Он подчистил все за собой и за мной. Он знал, что я победил и никогда больше ко мне не приходил, чтобы не смотреть в глаза смертного, который обставил его как ребенка. Я знаю, что все сделал правильно. Я знаю, что теперь где-то живет девочка с душой моей Сони. Софья Александровна. Сонечки. Софы. Мышки. Ребятки, если вам понравилась страшилка, то поставьте пожалуйста лайк. Я надеюсь, вам будет не сложно, а мне приятно. Спасибо.